кука лезла в трещину. Прям вот сколько смогли, они сверху замазали, но трещина отойдет вглубь. Они со временем расходятся, трещины эти все больше и больше. Основная причина разрушения дома – пустоты под землей. Аналогичные проблемы когда-то были в соседних многоэтажках, пока к их решению не подключилась городская администрация. На капремонт 125-го дома выделили 20 миллионов рублей. Подрядчики обещают в течение года управиться. И замещение одних фундаментов другими сваями, буроинъекционными. И усиление также лестничных клеток по второму подъезду. И стягивание стен металлическими скобами и тяжами. Капремонт дома идет в два этапа. Сначала до Нового года укрепят фундамент. 600 армированных бетонных свай зальют на глубину до 11 метров. Это примерно высота трехэтажного дома. Полгода нужно, чтобы понять, насколько качественно выполнены работы. Затем очередь дойдет и до несущих стен. Если процесс прекратится, то, соответственно, будут заделаны трещины, удалены маячки, заделаны трещины, и дом будет нормально эксплуатироваться. Если процесс будет продолжаться, то такие же работы будут произведены по периметру всего дома. Укрепление фундамента ведется только днем и никак не влияет на жизнь дома. Свет, воду, отопление, газ жители получают бесперебойно. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.